Чалковском межрайонном следственном отделу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». По данным следствия, в течение вечера 19 февраля 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки с жителями поселка Рамадановский Махорка-Совхоз. Через некоторое время он ушел из квартиры, где находилась компания, а когда вернулся, ему не открыли входную дверь. Из-за этого он стал оскорблять находившихся в помещении знакомых и продолжил стучать в дверь. Затем он сходил к себе домой, взял нож и снова вернулся к квартире знакомых. Когда ему открыли дверь, он нанес несколько ударов ножом 34-летнему хозяину квартиры. Пострадавший скончался на месте происшествия от острой кровопотери. В ходе следствия также установлено, что в июле 2019 года во овраге в Рамадановском районе он нарвал листья дикорастущей конопли, после чего высушил их и хранил дома для личного потребления. В феврале 2020 года в ходе досмотра во время задержания после совершенного убийства у мужчины были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим средством – каннабис, марихуана. Следствием собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сергей Карпов, следователь Ичалковского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия.